Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. И сегодня мы с тобой, боже ты мой, родной, зайдем, залетим в Payday 3. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Обязательно залетай в Телеграм, это очень-очень важно. Вот, ссылочка будет в описании. Короче, ребята, вышла третья часть. Боже ты мой, я играл и в первую, и во вторую. Как же мне это нравилось. Короче, сегодня мы с дружбаном залетим. Залетим, ребята. Я не знаю даже на самом деле, обучение нам стоит ли проходить, потому что мы профессиональные грабители. Так что я думаю, ограбление, ребят. Ограбление. Зло не дремлет в этом филиале банка. СКБ сейчас держит чрезвычайно крупную сумму. Опачки. Налички в ожидании инкассаторов. Поэтому здание серьезно охраняется. Но для вас, думаю, это не проблема. Как лучше выполнить задание, решайте сами. Можно проникнуть незаметно и вырубить систему безопасности, либо зайти в открытую и прожечь путь в хранилище с помощью термита. Так или иначе, налички пора на выход. А смысл? А смысл, брат? Делаем, делаем. Зло не дремлет. Let's go. Так, короче, нормальное. Открытое только... Слушай, я даже не знаю. Ну давай... Ну давай вот так вот, давай. Тень нам что-то говорит, смотри-ка. Добыча 100 тысяч долларов или 300 тысяч долларов, ребятки, я не понял, что, мистер Бисты? Let's go. Короче, сегодня, наверное, будет полное прохождение, так что, пацаны, лайкосы должны залетать, как ненормальные. Вот, мы с хирургом, короче, сейчас будем грабить, ребята. Давай, let's go. Так. Ой, блин, я прям чувствую, я прям предчувствую, ребята, я прям чувствую запах бабулечек. Давай, братик! Ну что там, какой подбор-то, брат? Я уже там сделал, чтоб с ботами два бота нормально будет, ребята, чтоб никто не мешал, потому что мало ли что там начнется. Мало ли, присоединяемся. Let's go, братик! Поддержечка, смотри-ка, погоди, ничего не выбрано, нормально. Господи, хирург, ты чё? Брат, откуда у тебя такая маска? Ёкарный бабай, смотри-ка, ля. Сумка с патронами. А, медицинская сумка с броней. Слушай, давай, давай, брат. Снаряжение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Активное снаряжение. Готов, брат. Let's go. Let's go. Сумка с броней. А чё это только... Не, погоди, погоди, погоди. Ну, пофиг. Пофиг. Начало игры. Let's go. Сейчас поглядим, ребят. Сейчас поглядим, что у нас там сейчас будет. Я не представляю, если честно. Но чувствую, зло не дремлет. Так, готовы. Мы готовы, ребята. Погнали. Погнали, друзья. Сейчас будет что-то интересное. Опа. Банк СКБ. Ребятки. Security Capital Bank. Публичное пространство! В хранилище банка полно кэша. Скоро его оттуда буду вывозить. Ну что? Я думаю, пора, ребята. Пора, походу, грабить. Ну что я скажу? Хирург на месте. Все нормально, ребята. Let's go. Привет. Он написал там. Ну что, мой дорогой, чё? Мы просто входим и все, и грабим, или чё? Слушай, ну это как... Это, короче, знаешь, это что-то очень напоминает на Хитмана. Вот правда, ребята. Так, короче, let's go. Защитная дверь на магнитном замке. Нужно отключить ее. Что, братик? Что-то, мне кажется, нас туда не пустят, если честно. Вот есть такое предчувствие. Опа, взломать замок. Братик, погоди. Тихо-тихо-тихо, хирург. Так, погоди, здесь нельзя вставать, ну пофиг. А никто ничего не видел! Не знаю, не знаю, ребята. А кто что видел? Никто ничего не видел. Так, ладно, окей. Хирург, ты что там делаешь? Ты что там делаешь? Погнали за мной, брат. Я уже нашел, я уже если что нашел. Где он там? Что он там поглядел? Погоди. А, нихрена себе. Ладно. Закрыть. Частная территория. Слушай, тут реально прям, ты прикинь, тут прям реально как будто Хитман. Реально мы как будто за Хитмана. Если тут еще переодеваться можно, я вам серьезно говорю, я разрезать. Привет. Братик, закрывай! Да погоди, ты куда? Стой, 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 братишка, погоди, погоди. Да куда ты? Стой, стоямба! Да погоди!
А, надеваем маску. Let's roll. Let's roll. Ну все. Так, как-то его... Мой дорогой, недостаточно места пишу. Так, спокойно, спокойно. Хирург, надо его... Давай, давай, давай. Вот так вот, братик, давай хедшот. Хедшот, брат. Уёпарысы ты, а где глушитель? А где глушитель, твою дивизию? Мы что, не хитманы? Ну все, нам хана, ребята. Походу, мы нормально награбились. Так, нормально. Работаем, ребята, работаем. Найс. Так, ребята. Блин, у меня что-то подлагивает, ребята. У меня подлагивает, видно, 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 видно. Хирург, пока прикрывай. Это сейчас лагать будет, не? Так, искать. Обменяйте заложников, чтобы отсрочить штурм, переговоры. Так, ребятки, дай-ка я сюда, сюда возьму. Хирург, сейчас, погодите, ребята, сейчас нормально все будет. Я сейчас заложника обменяю, погодите. Секундочку. Хирург, ты погоди, 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 маленький мой. Секунда, секунда, хирург, ты... Блин, по-моему, переговоры что-то хреново ведутся, ребята. Сейчас, секунды. Переговоры! Ой, мама. Ой, мамочки! Что-то по переговорам все... Все плохонько, ребята. Короче, найдите ячейку руководителя. Брат, ищем, 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 ищем. Так что, охранник, я! Брат, по-моему, мы не в тех стреляем, но нормально, нормально, найс. Так, а что это такое? Что это такое? Патрончики? Нифига, нормально. Хорошо. Так, что думаешь? Давай, let's go, открыть. Что тут у нас? Ага, понял, закрыть. Открыть. Нормально. Хорошо, движемся, движемся. Ребят, как-то наверх надо, я не знаю, брат. Let's go. Сейчас, 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 на втором этаже где-то, да? Или на третьем? Крыша. Что-то мне кажется, что не. Опа. Сумочка, сумочка, сумочка. Ох, блин, спайдермены! Брат, отходим, 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 отходим. Заперто. Найс. Найс. Слушай, а КС-2-то, походу, раньше вышло? Запланировано, похоже. Можно и это... Братик, стоп, вы уже несете сумку. Я уже сумку несу, прикинь. Отойдите, 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 крысы. Ля, куда мне идти, куда мне идти, погоди. Так, брат. Что делаем, бросить. А я не понял, а что это такое? Фейерверки? Брат, у меня патроны закончились, проблема. Так, найс. Все, let's go, let's go, let's go, let's go, ребята. Что там такое было? Что там такое было? Ребят, я что-то видел, я что-то видел. Восстановить броню. Так, что-то тут интересно, что-то это интересно. Давай-ка бахнем квасочку, брат. Господи, сколько ж там бабок-то будет? Обменьте его... Так. Да как это сделать? Да как это сделать? Я не знаю. Я уже один раз обменял. Ты че, сука? Лежать. Так, лежит? Лежит. Термит. Так, бросить, что написано, что написано? Добавьте термита в огонь. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, а там сейф, боже мой, мы даже сейф не знаем, ребята, тут сейф. Слушаем. Опа. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. 70, да, брат?
Так, братик! Ну что? Ну вот же, ну! Открываем, да? Хорош! Ни хрена тут денег! Сюда! Ой, хирург, погоди. Братик, прикрой! Блин, да тут... Хорош, брат! Блин, какие-то жесткие челы пошли на самом деле. Нам куда-то наверх надо. Полицейский штурм. Брат, прикрываю тебя. Давай выполняй задание. Найс. Let's go, господа. Сейчас. Погоди. Вон, нам что-то надо, я не знаю, вот эти вот штуки отключить. Спринклеры. Отключаем. Чё по камерам? Я не знаю даже, стоит ли это смотреть или не стоит нахрен. Ребята, как выйти? Найс. Ребята, наверху, брат. Блин, вот это мы подготовились нормально, кстати, да, ребята. Чё думаете, хорошо подготовились мы, ребята, или нет? Потому что мы даже не знаем план этого помещения вообще ни разу. Будьте начеку, говорят. Понял? Так, дяденька, помирайте. Это опять РП. Вы уже несете сумки. Да это понятно, блин, фейерверки, все дела. Ой, блин, вот, наконец-то нашли, пацаны. Минус. Минусовочка пошла. Надеюсь, правильно мы пришли, ребята. Что-то похоже. Да сколько тут сраных сумок, я не знаю! Так, ребята, вы что-то, по-моему, не наши. Да? А что это такое? Ни хрена себе. Слушайте, ну, на самом деле очень изичная игра. Может, мы повысим сложность, ребята? Что думаете, ребята? Напишите в чатике. Ну чё, ну сумкой чё? Добавьте термита в огонь. Ну давай, брат. Так вот он, гуджоп-то, ребята, вот он какой. Вот как он выглядит, ребята, просто на кьюшку надо нажать было, ни хрена себе. Сказал я себе. Чё-то там, брат, наверху что-то надо сделать. Вроде бы. Отключите спринклеры. Ёшкин кошкин. Let's go, брат. Делаем хирург. Что там нашел? Что-то вкусное? Я не знаю, без меня? Так, давай, брат, делаем. Так. Что-то на верхушечке, ребята. Что-то там есть. Брат, сейчас буду входить, если что. Я прикрою тебя. Давай, let's go. Ты должен выполнить это задание. Я отвечаю. А, у меня патронов что ли нет? Убью, раз. Родной. Патроны закончились. Блин, 16 патрончиков. Братик. Да есть же, ребята, есть! Гранатка. Ребята, ловите вкусняшку. Let's go. Let's giri. Обнесите хранилище. Да обнести-то, брат, это вообще на изич. Уап. Шняпсик такой. Трямсик. Небольшой, ребята. И let's go. Брат, да тут бабок, я не знаю, миллиард! Что? Ой-ой-ой. А, краситель, брат, краситель! Краситель, братик! Суки! У нас бабки помечены! Брат! Это нахер вообще нужно? Я не знаю, бабки забираем, брат! Быстрее, спускайся! Спуск! Тихо, ты не тебе, мент! Так, ребята, короче, по бабкам все хреново, отвечаю, ребята.
Так, раз. Сумочка, два. Сумочка, ребятки. Вот с гири. Делаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, а что будет? А что будет, ребята, если я вот эти красивые бабки, бабулечки заберу? Что будет, если покрашенные забрать? Плохо будет, ребята, как думаете? Думаю, что да. Ребята, боты берите. Бот, блин! А, Вульф взял, да? Родной, молодец. Так, вот с гири. Делаем, ребята. Такие карны бабай. Хирург. Уходим, братик. Блин, даже пулек нету, ребята, нечем стрелять. Хирург, мы походу только две сумочки забрали. Ё-моё. Что ж мы такие, блин, ё-моё. Чё мы там по бабкам-то взяли, ё-моё. Какие там, опустите столбики. Брат, нечем стрелять, брат. Столбики опускай. Блин, тут реально в реальности, походу, реально, как будто, я не знаю, VR уже какой-то подрубается. Я чуть не обосрался. Дождите прибытия эвакуации, ждем. Я не знаю, как так ждем. Ну, слушай, на нормальном легко, давай попробуем на харде. Я не знаю, следующий уровень, короче, мы вообще на изиче это пройдем, ребята, не ссыте. Братик, сейчас, погоди, отходи, сейчас гренки. Я гренки, ребята, кириешки. Кидаю. Че, найс будет? Что такое? Хирург, помогай мне! Тут капец какой-то! Ля, братик, аккуратно, осторожно! У меня нечем стрелять! У меня только из пальца, если! Брат, а может... О, найс. Так, найс. 15 патронов, ребят. Так, чё, полиция? Иди сюда, блин. Ребят, походу нам сюда... Ты куда ты, блин, водила, Ярик? Сюда, братик. Сюда. Сюда. Украдите деньги. Еще бабки! У нас же еще есть бабки, брат! У нас еще бабки! Обратно! Боже мой, у нас 17 патронов, брат! Еще бабки нужны. Это бабки? Покрашенные деньги не бери, блин, ты что, дурак? Не бери. Кто, какой умный такой просто забрал покрашенные бабки? Ни в коем случае, мы сразу просто попадемся. Блин, надо быстрее, скоро начнется штурм, вот это очень плохо, ребята. Что по бабкам, ребята, вот. Термит? Ты что, рили? Ля, ну заберем, что, на дороге, что ли, не валяется, как говорится. Ребята. Вульф, дурачок, погнали. Ёшкин, матрёшкин, смотри, что происходит. Что происходит, нахрен? Брат, иду, бегу, с термитом бегу. Погоди, братик, ля, вот еще, короче, нам, как говорится. Так, я думаю, пора сбегать. Радулька, сюда. Да есть же, ребята, да есть. А, нет, стой. Разбежали, не? Ребята, ну за это... Я не знаю, сколько надо лайков поставить, реально, потому что тут просто... Мы тут работали, как не знаю кто. Ребята, поглядите. Клиночник, господи, один, там, три, два, три... Бл-бл-бл-бл. Короче, столько ачивок. 124 тысячи. Уф, ребята. Тут девочки появились, прикинь? Тут девочки, если что, появились, прикинь? Хокстон. Чейнс, Даллас, это все старенькие родные братишечки. А тут Джой и Перл появилась. Джой, гениальная хакерша, специалист. Ну, честно скажу, я Вульфа обожаю. Вот этот дед просто, я не знаю, он молодец. Они немного переждали, как говорится, ребята. И через 10 лет вернулись. Красавчики, лучшие просто. Берем его. Я прям обожаю его. Беру его. Маски. Че по маскам, ребята? Можно также... Ядовитая медянка? Ох, ёкарный бабай. Не, брат, давай по умолчанию. Я прям обожаю. Я его маску обожаю. Я не знаю, ребята, костюмы. Чё по костюмчикам? Уф, ребята, а за шо? Ткань какая. Смотри-ка, перчаточки можно, хлопок. Слушай, а куда мы, на бал, что ли, собрались или что? Я что-то не понимаю. Смотри-ка, что происходит. Мне оружие больше. Честно скажу, мне оружие больше. Вот это мамба. Вот мне ее дай. Чё по мамбе? Одной гранаты из этого крепыша хватит.
Но вот где? Где она? Я не понимаю. Торговцы. Смотри. Бабки что-то... Ой-ой-ой-ой-ой. Брат, короче, надо деньги зарабатывать. Ой-ой-ой-ой-ой. Брат, тут реально надо бабки зарабатывать. Я отвечаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Каблоки? А купим, брат? А что за каблуки? Я что, биткоин, что ли, купил или что? Что это такое? Я пока еще не знаю. Короче, ладно. Ограбление, ребятки. Зло не дремлет, есть. Смотрим катсценку. Для начала неплохо, но мы на вой... А что будет хранить кубышку? Офшоры нынче не те, что раньше. Да, законы поменялись, и банки сливают данные из счетов только так. В Crimenet есть криптовалюта. Называется каблоки. Да есть же, ребята, говорил, что биткоин. Смотри-ка, удалось кого-то еще найти. Пятером трудновато будет. Да, я вам кое-кого привела. Знакомьтесь, Перл, профессиональная шпионка и мошенница. И по роже дать я тоже могу. Всем привет, народ. Что же ты сперла 10 лямов? Ну ты понял шуточку, да? Перла. Короче, ладно, сперла она нормально, ребята. Посмотрели катсценку. Следующее. А мы не посмотрели первую катсценку, ребята. Хорошо, что я смогла с вами связаться. Все-таки быстро произошло. Я еле сообразить успела. Да, спасибо, что предупредила, тень. Не стоит благодарности, я обещала Бэйну вас прикрывать. Да-да-да, ты нас спасла и все такое. Зашибись теперь. И что это за... Какой хороший мат, ребята. Ничего себе, они перевели нормально. Они все тщательно спланировали. Напали абсолютно в одно и то же. И счета наши заморозили. А что за Джо? Я не знаю, со второй части она была разве? Что еще за теория заговора? Это уже не теория, а самая настоящая практика. Вот плохие негодяи. Ля тут мата, будь здоров, ребятки. Ля тут перевели нормально по-русски, смотри-ка. Я буду искать, но понадобятся времена. Времена, время. А что по остальным? Не знаю, я достучалась только до вас пятерых. Вот, блин, я вышел на пенсию, нам теперь нужен кэш, чтобы достать этих уродов. У меня для вас как раз есть работенка и кое-какая снаряга тоже. Все в ящиках у вас за спиной. Все, чекаут, сделаем, ля, наши стандартные хорошие маски, особенно Вольфа, я просто обожаю, ребята, честно скажу. Ну все, хорош трепаться за работу. Это, наверное, уже мне хирург говорит. Но, хирург, погоди. Еще одна катсценка. Дорогие. Так. Куда мы идем-то? Мы когда-то работали с одной из триад Сан-Франциско. Триады, значит. И у них, похоже, кое-что для нас есть. Перетереть надо. А кто связной? Ну что, поработаем? Так, ну что, let's go, дорога ярости, ребята. Что я вам скажу, ребята? Оверкил мы не берем, но трудно подберем. Как говорится, ребята. Let's go, ребята. Делаем добро. Сейчас чекай просто. Добыча уже увеличивается. Нам минимум надо 600 тысяч. Я ничего не знаю, ребята. По стелсу там пишут. Ребят, мы постараемся, но... Не обещаю, вообще максимально не обещаю. Возможно, первое прохождение будет именно не по стелсу, а потом... Как по стелсу пойдет. Ну ты понимаешь, там голосовой реально нужен, наверное, будет. Потому что одна ошибка, все. Ну, хирург, так не надо говорить. Так не надо, братишечка. Так не надо говорить. Я понимаю, ты уже, так сказать, в чатик нормально влился. Уже тебя все за своего считают, мой родной, хороший. Но не надо так. Так уже не надо говорить, родной. Так, я, пожалуй, сумку с патрончиками. Ля, а как выбрать-то еще? Я не знаю. Почему только одна-то, сраная? Сранье. Активное снаряжение, например, два. Давай один возьмем, я не знаю. Что надо взять? А, ну он типа вот такое вот берет, я понял. Ну что, готовы? Let's go. Вперед, ребята. Дорога ярости. Трудно. Вот теперь уже трудно, ребята. Вот теперь мы испытаем всю сложность игры, конечно. Правда, ребят, скажу, что...
Опа, подготовить засаду. Смотри-ка. Серьезная пушка. Так, ладненько, хорошо. Взять генератор Эми. Берем, братик. И let's go. До прибытия осталось минута 20. Ладно. Let's go. Делаем, ребята. Делаем грязючку маленькую такую. Ля, да тут нормально как бы это, ля. Братиш, нормально вообще работаешь? Что думаешь? Ну-ка стоять. Ой. Ой. Твою мать. Давай, погоди. Давай перезапуск, братик. А, брат, эскейп, голосовать за пересапуск. Давай попробуем, братик. Тут что не пахнет стелсом. Ну, понятное дело, что я говорил, ребята, я говорил. Ну, погоди, а какая клавиша бить? Какая клавиша бить, ребята, кто знает? Я думаю, что никто. Вот у меня есть такое предчувствие, что в чатике вообще никто не знает. Так. Так. О, В. Ну, найс. Хирург тут, родной. Let's go. Так, все, братик, погнали. Тихо, не задавать лишних вопросов, я тебе сказал. Так, связать руки. Так, не дай бог ты что-то вякнешь, слышишь? Найс. Так, спокойно стоять, блин! Только вякните мне тут! Ля, у нас походу уже... Не, у нас дофига связывание. Здравствуйте, друзья. Спокойненько. Слушай, пойди, по стелсу можно. По стелсу можно, родной. По стелсу можно, я говорю. Это надо, ребят, в голосовом там сидеть, как бы. Может, мы потом попробуем. Нормально, хирург. Красава. Что говорит? Дождитесь бронированной машинки, да? Тревога. А какая тревога? Так, короче, ребята, не ждите тут такого прохождения по стелсу. Не ждите, не ждите. Мы тут... Вот честно, давайте будем как бы честны. Намного интереснее, когда экшен. Когда просто дофигище тут, блин. Пау-пау, пиу-пау. Так что, ребятки, просто офигеть. Так, ну что там? Братик, походу там сзади что-то идет. Брат, нормально, я держу. КС-2 скоро пойдем, брат. Вот с гири. Делаем, хирурги, давай. Что это? Так, спокойно, ребята, не обзываемся, не материмся, пожалуйста. Давайте все-таки как-то это вежливо вести себя, а? Как вы думаете, ребятки, а? Так, тихо, с тейзером точно минус должен быть. Ой, брат, тут что-то жесткое, по-моему. Ой-ой-ой, у меня патронов ни хрена нет. Да что такое, почему у меня патронов ни хрена нет? Так, что там, братик, открыть? Взять устройство. Господи, снайперку. Снайперочки, снайперки. Так, что там, родной? Ёпар. Так, тихо, братик, я тебя сейчас прикрою, погоди. Устройство руления надо установить, брат. Есть, найс. Слушай, хорошо идет, а? Чисто хорошо идет, ребята, хорошо идем! Не, ну правда! Так, давай-ка сюда. Я защищаемся, ребята, гранаты тоже хреначим.
Мы пока... Да какой еще гражданский? Там вообще гражданских вообще ни одного не было. Там уже перепутали, наверное. Ну давай, 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 ну-ну-ну! Залезаем в тачку и let's go отсюда! Ну наконец-то! Чё, А почему нельзя просто залезть в неё? Типа мы должны просто как бы... Окей, окей, окей. А смысл? А смысл? Тихо. Давай, братишка, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Да блин, да чё вы, крысы, делаете? Раз, два. Калина. Оп, 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 оп. Да сколько надо ударов? Сколько надо? 28 ударов пистолетом. Ребят, чё вы творите? У меня патронов нет. И гранат нет. Ребята, чё вы творите? Ля. Ёпарус, это ребятки, я не знаю, как вы, но я, блин, отхожу. Мне пофиг. Мне пуфик. Да блин, ну хоть бы из тебе патроны, зараза, бы выпали. Ну-ка давай патроны. Патроны давай, патроны давай, патроны давай. Давай патроны. Сука. Патроны, 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 патроны. Неужели... Патронов сегодня не будет, ребята. А не, погоди, патроны появились? Как? Уф. Ребятки, что-то по хп у меня проседочки-проседки пошли. Опа, нормально. Ребята, аккуратно, хирург, пожалуйста. Тут, походу, на харде нам вообще никак просто не выдержать. Ребята, обменивайте заложников. Или, блин, какой заложник-то? Где можно... Ой, пополнить здоровье, ребята. Найс, 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 найс. Стоп, заложник. Блин, нам бы заложника какого-нибудь, ребята. Мне бы броню. Вот, броня есть, пацаны, нормально, живем! Нормально! Так, найс. Нормально, пока соседи еще не пришли, нормально все, ребята. Пока орем немножечко. Все, братик, нормально, нормально. Господи, я если что, прикрою. Нормально, умеем. Так, все, давай бахнем кваскочку, ребята. Так, брат. Что там? Первая помощь, не переживай, хирург, у тебя дофига хп. Я готов тебя защищать, роднулька. Там что-то интересное на втором этаже, я смотрю. Слушай, ну конечно, по сравнению со второй частью, ну все это похоже, но это хорошо, Я там патронов завалил. Ой-ой-ой-ой-ой, брат, я готов тебя прикрывать всю жизнь, отвечаю. Колесная рампа, брат, колесную рампу берем. Сейчас все сделаем, брат. Как колесную рампу разместить? Нормально. Брат, сейчас все будет. Не переживай. Не зря по хардкору пошли. Ты только стреляй. Самое важное. Ты только стреляй. Давай, брат. Чинс. Прикрывай ботик мой родной. Так, хирург, я так понимаю, не зря прыгает. Походу, у него по хп все плохо. Братик, стреляю. Нормально у меня. У меня нормально по здоровью все и... Брат, нормально все. Блин, эмку бы сменить. На калашек бы, я не знаю, ребята. Ой, уф. Мы бы такое сейчас сделали, отвечаю. Так, что там у нас? Машина должна продолжать движение. Ну, естественно. Делаем. Делаем грязюку, ребята. Делаем. Найс, пацаны, найс! Брат, ты зря это выкидываешь, там еще патроны есть. Уф. Давай, газку. Господи, я еще и парковщиком, что ли, должен работать в этой игре? Я не знаю, ребята, сюда, наперед, ну сюда, давай, выруливай. Гранатка есть? Что там, братик? Ты че? Че, реально? Вот так вот можно? Блин, я забыл, ребят. Мы же с тобой забрали, кстати, эту штучку. Гранатки взрываться сегодня будут? Да, видимо, будут, ребята. Хирург, пополняй баланс. Баланс. Арестик, братик!
Тут, походу, меня сейчас арестуют. Мало здоровья. Поднимается хирург. Найс, 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 брат. Ну, что ты хочешь? Это хардкор. Это мы хардкор с тобой запустили. Тихо, спокойно. Делаем. Найс! Отлично, брат, отлично, 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 отлично. Лови гранату. Господи, ну сюда давай. Граната. Эх, она, пока. Ладно, ладно, еще живой, ребята, еще живой, слава богу. ПХП плохо, просел, просел, просел. Просел. Бля, чё за обезьяны тут вообще? Брат. О, братик. Нет, Чейнс! О, ноу, хирург, быстрей сюда. Братик. Сейчас могу помереть. Слушай, это жесткое. Хирурги нет! А, найс, 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 найс. Это он поднимает. Найс, 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 найс! Это ты хочешь сказать, что она сейчас сюда, потом туда, там куда-нибудь еще, да господи! Что-то мы как-то подготовились хреново, ребята, если честно. Восстановить бронику. Что такое, газы какие-то ядовитые, прикинь? Так, чё, через сколько, ребят, начнется-то вся эта затея. Молодец, хирург, let's go, наперегонки. Вот, братик. Колесная рампа? На кой хрен она вообще нужна? Ты хочешь сказать, что там надо было третью рампу подложить, и тогда нормально... А, не-не-не-не-не-не, брат, нормально, хорошо, что забрал. Вот она куда. Слава богу, пацаны. То есть, понимаешь, надо именно новую рампу, пацаны, новую именно. То есть нельзя было отсюда взять ни в коем случае. Вот отсюда нельзя было взять. Окей, let's go, ребята. Так, по патронам, ну такое. Нам хана. Честно скажу, нам хана, похоже, ребят. Да ну нафиг, уже почти все, ребята? Реально? Точно тебе можно доверять? Дорогая. Точно можно доверять? Не? Так, 57 патронов, ребята. Беру пистолетик. Найс. Хорош. Уже в своих, ребята. Чё-то немножко. Ребята. Ля. Эко. Как говорится. Ну, по хедику, ну. Немножко. Немножко подобрать потрошек. И назад, ребята, и назад. Че, по хп все плохо, ребята, просадка идет. Есть. Дай бог, мы заработаем $1 000 000, чтобы я уже купил новое оружие. Дай бог, пацаны, дай бог. Господи, спина уже болит. Ля, мы уже с хирургом не те. Реально, после пенсии, походу, пришли сюда. После Payday второго, ребята. Есть. Найс. Ну не растеряли как бы навыки-то, а? Братик, что там по Чейнсу? Найс. Не переживай, брат. Прикрываю. Ну давай. Паркуемся. Сейчас на техосмотр. Нормально все будет.
Давай, родная. Господи, ну что это такое? На яму, что ли, заезжаем? Подвеску, что ли, ремонтируем машину или что? Ну сюда, сюда. Ой, блин, прикрываю тебя, прикрываю. Давай, давай, туды, туды. Так, что по патронам? Ребята, есть, что-то есть. Ну есть же, ну есть же. Нормально, нормально, нормально. Но есть очень мало. Блин, естественно, так и растет. Хирург! Братик! Братик, надеюсь, тебя Даллас спасет. Слава богу, бот не тупой. Бот не тупой. Ребята, это все отлично, это все замечательно. То есть боты тут двое. Не зря. Не зря, ребята. Лё там потрошек. Целых 15. Вау. Давай, 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 давай. Я не знаю, тебя подтолкнуть, что ли, по попке вот так вот. Я не знаю, что тебе надо, блин, машинка. Давай, let's go. Тихо. Тихо, родной. Прячемся. Ой-ё. ПРСТ. Тут очень все плохо. Даллас, родной, поднимайся. Чё там надо с машиной? Надо сделать, блин. Отдыхаем, ребята. Механик, механик наработался, ребята. Ля. Взломайте бронированную машину. Сейчас все сделаем, сейчас все сделаем. Все, дрель, дрель нормальная, ребята. Сверление. Там написано сверление, ребята, по-русски. Так что сейчас делаем, делаем, ребята. Брат, у нас есть, если что, время. Там, смотри, что-то интересное. Хирург, что, let's go? Поглядим, что там по потрошкам. Let's go, брат. Так, чё? Убрать? Давай, нам нужны деньги, нам нужны бабки, нам нужны очень большие бабки. Да, брат, всё, всё, можно, let's go. Блин, ну естественно, сразу, вот просто Максим... О, братик. Ух, ёпарас. Ну, блин, ну как это... Как это делать, вопросец? Так. Это что, все деньги, что ли? Вот это уже деньги. Вот это уже деньги. Вот это уже деньги, брат. Брат, тут надо денег все вынести. Я не знаю как, но нам нужно все бабки вынести. О, нет. У нас проблемка. Брат, врываюсь. Давай, давай, перезарядка, перезарядка. Господи, ну что за стрельба такая, ля, чё ты там? Найс. Братик, ща, нормально, нормально, нормально. Раз. Два. Это кто такой умник положил? Бутерброд с сыром недогрызанный. Братик, 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 аккуратно. Нам нужны все бабки, бабулечки. Блин, пожадничать можем, пожадничать можем. Можем пожадничать, отвечать. О, ноу. Отходим. Хирурги, аккуратно. Братик. Тут какофония какая-то. Ля, тут нас травят, брат. Хирург падает. Сейчас поднимем. Не ссы, братик. Блин, дождитесь прибытия. Да как тут дождаться? Тут нас травят. Шрек, зловонные свои эти. Блин, тут дохрена еще ячеек, брат. Тут еще дохрена ячеек, тут дохрена бабок. Мы не можем это все. Брат, нам нужны очень много. Нам нужно очень много денег. Let's go. Так.
Брат, у нас есть время, у нас есть время, у нас есть время, братик. У нас есть время. Ну не знаю, как много. Я не знаю, как много. Блин, я не знаю. Ух, ёкарный бабай, кристаллы. Или что это, металлы? Брат, нам нужны деньги. Я бабки ворую. Я бабки ворую, брат. Так. One back. Так, найс, 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 найс. Брат, ты давай там взламывай. Скоро начнется... 60 секунд, 60 или сколько? Нормально, 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 братик. Ты главное ломай там, ты главное ломай. Не надо, не надо. Так, три. Брат, давай, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Быстрее, 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 быстрее. Не надо, не надо, не надо, не надо. Так, раз. Так. Срочно, срочно, братик, тут еще до хрена. Ничего не знаю. Ничего не... Ой-ой-ой-ой-ой. Брат, еще можем сделать, брат. Брат, не можем сделать! Блин, что-то как-то жестко, жестко, жестко! Да блин. Да что там по патронам? Что там по штурму, брат? Нам нужны бабки! Нам нужно много бабок! Хирург скрывается. А, блин, понятное дело. Брат. Господи, сюда. Одна. Чин, сюда. Нет. А боты? God damn it, Wolf's in custody. Ай, блин, это просто жесть, это просто жесть. Короче, боты побежали к хирургу. Боты побежали к хирургу. Я не знаю. Ну, там был со мной один бот. Короче, ладно, давай, братик. Давай, 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 брат. Ладно. Блин, обидно. Если честно, обидно. Потому что, видишь, боты побежали к хирургу. Точнее, один бот. И поэтому я сдох. То есть он чисто побежал. Он просто рядом со мной был. И он такой, оп, надо побежать, надо побежать. Но по факту, видишь, нам только один не хватило. 539 тысяч. То есть я там нафармил нормально. Хирург 6, я 8, нормально. Найс, ребята. Прям постарался. Прям постарался, действительно, ребята. Так, что по снаряжению? Ну, теперь, мне кажется, мы что-то можем себе позволить, да? Ну что же, дорогу ярости мы с тобой прошли. Смотрим катсценку. Там даже целых две. Концовка и начало там. Следующий. Они с Бэйном знакомы, это точно. Еще она типа держала сервера. Пока работу подгоняет, остальное мне по барабану. Согласен, вот согласен. Не спрашивай, все как в тумане. Хорошо, что это кончилось, у меня уже крыша ехать начала. Только начала, мужик, да ты всегда был. Так, окей, ладно, понял. Давай смотреть, что у нас тут. Шоп по заданию. Слушай, все глухо. Кто бы это ни был, следы заметать они умеют. Нужен кэш. По-другому никак. Мы в процессе. Я тут со старыми друзьями связался. Мясник! Смотри-ка, ну-ка давай-ка к мясничку. Так, ну хорошо. Грязный лед, ребята. Если интересует прибыльные дельца, ювелирный магазин... Уф, ребята, идем. Идем, ребята. Ну, 300 тысяч, это, конечно, не так много. Давай, let's go. Давай, подбираем. Вот тебе и мясник, да?
Так. Грязный лед. А небольшую часть камней помечают лазерной микрогравировкой. Нужно найти сканеры и отсеять меченый товар. Короче, ребят, ну это вообще изичное дело, мне кажется. Это просто изичное дело, отвечаю. Мы просто врываемся, забираем товар и уходим. Все. Ну да, там, наверное, будет мешков 6. Так что... сейчас поглядим. Я хирург, смотри, тоже 8-й, кстати. Так, ладно, пойдет, родной. А мне масочка, вот это. Мне стандартная масочка, ребята. Это просто капец. Муа. Мне она больше всех нравится. Вот правда. Ну, блин, ну что это такой паренек какой-то, знаешь, чисто обычный такой... какой-то толстовочки зеленой в джинсиках обычных. Ну, что это такое? Так, ну что же. Ну что же, ребята. Вот. Ну что, пойдем, ребят. Ну, тут можно. Тут можно, ребята, по стелсу проходить. Вы, если захотите, просто скачайте, посмотрите. Ну, имеется в виду, купите игру. Так, что, припарковал, ля. Что ты там фоткаешь, ля? Селфи? Да куда ты там? Да куда ты там? Так, ладно, мы с хирургом идем, короче, ребята. Так, здравствуйте. Не, мне кажется, надо как-то обойти это все. Правильно, правильно, хирург. Опа, а у нас тут подвальчик, ребята. Ну-ка, пойдем. Оп. Я его, если что, родной. Родненький, только... да, я вижу. Тут маленькая камерка. Давай-ка я попробую, родной. Камера, over there. Да вижу, брат. Как бы ее нахрен. Let's get it on. You, over there. Непон. Непон, блин! А чё мы не вырубаемся? Мы чё такие прям... ну чё-то чё... ой, братик, отлетай. Так, ладно, это нормально, брат. Ля, у меня дробовичок, если что, так что нормально все будет, не ссы. Ля, там крыса, видел крысу. Ничего, хирург, ничего, не ссы. Сейчас мы быстренько все сделаем, родной. Нужен QR-код. Ну все, понял. Хирург, let's go, он напролом. Так, лежать, блин. Быстро лежать. Так. Братик, нам... так. Братик, какие переговоры? Погодите, быстренько нам нужно. Украдите драгоценности, я так понимаю, нам туда. Ой, блин, братик, извини, пожалуйста. А что там такое? Погоди. Похоже, там тачка должна быть. Ой. Тихо. Так, все, забираем бабушки, бабулечки. Тихо, ребятки. Так, полный боезапас. Братик, грабим, быстренько. Ля, тут очень много драгоценностей. Я не знаю, что нам нужно сделать, но нам очень надо быстренько. Да боже, эти ссаные вонючие гранаты! Так, стоять. Нет, ты нахрен не нужен мне. Брат, я не знаю, куда там и их. Хирург, давай их пока вот сюда вот скидывать. Вот не зря. О, брат, ни хрена себе тут, смотри, что надо делать. А точно обязательно так делать? Типа обязательно так делать, брат? Сейчас-то, на данном этапе, мне кажется, уже это все, это не нужно. Что-то у меня есть такое предчувствие. Ух, ёпарас, это ребятки, подавляем. Бля, не зря я дробовичок взял.
Так, найс. Так, денег нам нужно побольше, брат. Я не знаю ничего. Мы денег сейчас должны нормально воровать. Так, вот так, вот так. Так. Да блин, ну какая сумка, братик? Так, все, вижу, вижу, брат. Вот нам туда. Нам туда надо, брат! Ты видишь? Так, это наш. Ты че, сука, мои драгоценности ворует? Ты видел это? Брат, он драгоценности сейчас. Он сейчас драгоценности воровал. Где драгоценности? Это ёпарный театр. Так, блин, гражданский тут еще. Вы несете. Ну, найс. Несем. One back. А где ту? Так, спокойно. Блин, заходит очень много братиков. Ну давай, 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 дробовичочек, ну. Блин, где хирург? Он вообще там в жопе какой-то. Смотри, где он там? Ну, нахрен. Блин, по деньгам, походу, ребята. Ой, нету, ребят, убежали. Ну, конечно, пилот, блин, как крыса вонючая. Хирург, что-то нам, что-то вынес, я не знаю. Найс, здоровье хотят пополнить. Где он там был? Так, надеюсь, он там, конечно, прикроет. Он что-то тут, может, драгоценности тоже какие-то смотрел. А! Брат, а что ты сейф-то не взломал? Ребят, там какая-то мастерская. И чё? Это еще что за документы? Сфоткайте-ка их. Сейчас сделаем. Может, бабосик получим еще. Так, документики есть. Потянуть. Хирург, не дай бог, они, короче, бабки наши стыбзили. Не дай бог, родной. Слушай, это начинает прям вообще напрягать, если честно. Жестко, жестко. Правда? Так, найс. Да как ты, блин, близко-то не попадаешь? Так, хирург, вперед, 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 брат. Давай, 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 бери, 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 бери. Не, нахрен, я больше это говно не беру. Охренеть, охренеть, это просто ужас.
все, броньку пробили. Это что такое нахрен? Ребята, тихо. Ну давайте. Слушай, у нас походу последний шанс. Ясен фиг. Чё-то у меня есть чувство, ребята, что мы вообще не доживем. Так, let's go, пацаны. Охренеть. Вот тебе ювелирочка, ребятки. Да я вижу, что мало здоровья, блин. Ну а что я сделаю? Братик. Ля, там что за ниндзя? Это ужас какой-то, ребята, это просто ад. Ну быстрее, блин. Нам нужны все бабки, которые у вас есть. Бля, какая-то интересная система. Брат, нам бы туда зайти. Что думаешь, сможем? У меня есть предчувствие, что мы нахрен отсюда не выйдем вообще ни разу. 2667, блин, паролик. Чё-то у меня есть такое подозрение, чуваки, что мы нахрен отсюда вообще никак не выйдем. Брат. Твою мать, ниндзя! Ля, туалет, банан, господи! О, аптечка, брат! Хирурги, в апте... Тут... Скачать данные, братик, сюда! Господи, этот финальный штурм должен был уже закончиться миллиард лет назад! Брат, мне кажется, мы ни хрена не выживем. Так, чё там по этим... Братик, надо что-то брать. Вот, последний, брат! Сюда. Ну давай! Да какой разрез, блин! Давай вот так вот просто делаем все. Ой, блин, тут еще... Тут много денег, ребята, тут очень много денег. Скройтесь, новая цель. Да, понимаю. Все, let's go. Брат, бери добычу, братик. Это шестой, надо еще седьмой, брат. Восьмой, братик. Ля, там сколько их. Брат, если не выживу, не возвращайся за мной. Уходим, он говорит. Брат, я ничего не знаю. Я выношу всю добычу, братик. Хирург, прикрывай меня! Брат.
все, мы уходим, мы уходим, мы уходим, бро. Все, мы уходим, наконец. Господи, бог, хрен там один остался. Ботик. Господи, ребята, мы это сделали, мы это сделали. Боже ты мой. О, 600 тысяч, вот это мне нравится. Брат, нам надо как-то много денег, понимаешь? Нам не нужно 500 тысяч. Нам ни в коем случае не нужно 500 тысяч. Нам нужно 600. Я не знаю. Я знаю, я слишком импульсивный. Но, блин, мы просто заходим. Мы просто берем 600 тысяч, все. А, вниз, вверх, я не знаю, сколько там этажей. Мы все там туда-сюда, ребятки. Все. Короче, у нашего друга Влада как раз найдется работенка в клубе. Тусит богатей один... другого грязнее. Грязючка получается. Каждая ночь вся выручка клуба перегоняется в крипту, а хранится в местном IT-отделе. Крипто-кошелечек, ребята. Прикинь. Крипто, прикинь, брат. Если поднимут тревогу, диск форматнется. Ой, брат, серьезно? Это очень плохо. Это, если честно, это очень плохо. Я не знаю, ребят. Ну извините, ну не можем мы пока. Ну это жестко, ну. Что я вам скажу? Ничего, потом как-нибудь попытаемся, попробуем, ребята. Блин, ну не сможем мы, не сможем. Блин, форматнется, это очень плохо. Это прям вообще звучит как по сердцу ножом. Прям вообще просто не знаю, ребята. Найти бы этот кошелечек, а, ребятки, ля. Уф, как красиво. А слушай, а может сможем? Ля, смотри. Ну просто, брат, хирург, просто заходим, залетаем в вип-клубы и все. Давай, братик, делаем. Делаем, родной. Ля, пивка для рывка. Родной, а что нам стоит, братик? А что нам стоит просто? Здравствуйте. Велкам. Ну конечно, велкам. А что, когда не велкам-то, братик? Резервит. Нам сюда. Так, IT-рум, кто бы знал, где IT-рум? Так, братик, короче, тут камера, если что. Родной, надеюсь, я не смогу. Ага, там охранник. Брат, там охранник, если что. Вы меня не видите. Блин, я не смогу его вырубить, брат. Я не смогу его вырубить, братик. Нашел, походу. Брат, сейчас взломаю, погоди. Я походу нашел, брат. Да ёкарный бабай. Братик, надеюсь, ты там ничего не... На каком виду? На каком нахрен виду? Брат. Брат, нет! Хирурги, пожалуйста, скажи, что нет. Все нормально, все, братик. Непон. Брат, здорово. А ты что тут делаешь? Брат, ты что тут делаешь нахрен? Ты что тут нахрен делаешь, братик? Ты что тут нахрен делаешь, в смысле? Да твою мать, сучка! Ну как мне это взломать-то, блин? Ладно, начин поиск. Надеюсь, не смогут нас. Здравствуйте. Тут херню мы, по-моему, занимаемся, ребята. Туда-сюда. Что за прикол вообще? Здравствуйте, бармен. Зачем мы вообще это делаем? Брат, тут что-то VIP-приглашение какое-то, прикинь. Нужно пустое VIP-приглашение. Где мы его достанем? Здорово, чел. VIP-приглашение дайте, пожалуйста. Дяденька. Сер. Don't take another step, pal. Я ничего не делаю, брат.
Так, короче, стоп. Что мы делаем? Погодите, пацаны. Мы сейчас ищем, где все-таки срань-то, а потом перезапускаем, ребята. А потом перезапускаем. Ребят, погодите. Раз, два, три. Брат, мы сейчас перезапускаем, если что, слышишь? Братик, походу нашел криптовалюту. Брат, сейчас погоди. Может, не форматнулось еще, погоди. Погоди, может, еще не форматнулось, брат. VIP-приглашение нашли? Собака. Что там? Так, преимущественная часть выручки клуба теперь поступает на криптокошелек, хранящий в IT-отделе. Мы обновили систему защиты, все готово, пин-код от хранилища хранится в бухгалтерском офисе. Он ушел. Ну что же, друзья, в общем, серваки упали. Поиск игры до бесконечности идет, ребята. Вот, на этом наша серия, видимо, заканчивается. Ну, следующее я постараюсь сделать финалом. Ребят, обязательно ставьте лайкосики, залетайте в Телеграм. Надеюсь, вам понравилось. Я при том еще говорю, я душил. Я прям капец, сколько еще попыток было. Я хотел очень-очень сильно вот этот вот неоновый клуб пройти по стелсу, но получилось через жопу немного. Короче, ребят, ладно. На этом все. Спасибо огромное. Бай-бай, дорогие братья.